Ну что, друзья, я все-таки пробился в Лаос. Виза обошлась мне 32 бакса. Ну, понятно, 2 бакса чай. $10, 200 тысяч сбил вьетнамец. Тоже соточку нагрел. И лаосцы 150 тысяч с меня сбили. Показал 62 бакса, у меня аж глаза на лоб полезли. После моих удивительных глаз, видимо, он решил пересчитать в донгах, получилось 150 тысяч. Ну что, дальше будем рвать когти. В общем, на связи. Добрался до этого сам Неуа. Дальше я просто сегодня не осилю. Без денег, без налички, без вообще понятия, куда ехать. Гестхаус я нашел. 80 тысяч кип. Это получается 10 долларов. Ну, уже не стал тюркаться. Очень обильным завтраком. Половинка яйца и 2 кусочка хлеба. Прогуляемся по городу. Посмотрим, есть ли смысл здесь оставаться надолго. По информации, вычитанной мною, но в основном основные достопримечательности — это храмы и гора Фукси, по-моему. Пока пытаемся проникнуться атмосферой Лаоса и Луанпраба. Архитектура храмов совершенно другая. Ну, красиво, мне нравится. Честно, я ожидал большего от горы Фукси. Я надеюсь, я правильно ее обзываю. Сейчас подглянем в билет. Фукси. Точно, Фукси. Забавно, они здесь везде продают птичек таких. Ну вот, если вы увидите, вон она висит. Для более романтичной обстановки. Друзья, нашел местной еды за пятерочку. Вот такая вот лапша в банановом листе. Сейчас где-то присяду и попробую. Вот такая вот штука. Так, чик. Чик. И у нас тут вот такая вот лапша, походу, с яйцом. Приятного мне аппетита. Нам. Очень вкусно. Жалко, что эта тетушка далеко от моего гестхауса. Где-то сюда приехать на мотобайке.
буду искать другую. Друзья, 8:40, стартую из Луанг-Прабанга, Ван-Квиен, по маршруту 186 километров, мне карта показывает, буду через 5 часов. Друзья, ну я в Ангвенге, раскрученное место очень сильно, как для деревни, очень как-то все цивилизовано и очень дорого. В самом городе особо делать нечего, в основном все развлечения за городом, каякинг, тюбинг, но мы сдержимся от этого разврата. Традиционные 8:40, друзья, выехал с Ван-Квиенга, направляюсь в Вьетнян, столицу Лаоса. Я думаю, часа 3-4, если без сюрпризов, и я буду в Вьетняне, потому что планирую за сегодня обойти город, чтобы завтра с утра стартануть дальше. Судя по всему, там долго делать уже нечего, и растягивать на 2 дня удовольствия не особо хочется. Так что вперед, друзья. С Богом. Друзья, ну что, я, как всегда, начинаю свой репортаж из Вьетнама. Быстренько принял душ. В этом гости хотя бы есть полотенце. Поэтому вдоволь накупался, навытирался. Накрылся мой пауэрбанк. Придется теперь, бляха-муха, от розетки к розетке перебежками. Не знаю, как это будет выглядеть, где я буду эти розетки искать. Жарко во Вьетняме. Я хотел теплые юга. Я приехал. Ладно, буду смотреть карту, чтобы я сейчас не глуканул. Триумфальная арка Вьетняма, друзья. Построена в честь независимости Лаоса от Франции, если не ошибаюсь, там в 60-х годах или 60-х, врать не буду. А можно подняться туда, говорят, за деньги. Сейчас попробуем узнать, сколько это стоит. Короче, на площади флешмоб серьезный. Вот такая вот история. А вон, кстати, и ступа золотая, чтобы она была здорова. Что-то как-то закрыто там. Сейчас будет весело, если туда нельзя пройти вообще. Что, вот она какая изнутри. Золотая ступа Лаоса. Ну, какая. По традиции пару слов, покидая Вьетнам, 8:30 на часах, будем валить и останавливаться по ходу пьесы. Столица оказалась вполне городской, не провинциальной, даже со своими небоскребами. Понадобилось нам 3 часа времени, чтобы все обойти и посмотреть. Спасибо ей большое. Было увлекательно. Мы едем дальше.
проехал весь Вьетнам. И хочу вам сказать, нету там таких заправок, как в Лаосе. Первое впечатление было обманчиво. Цивилизация. Тебе на заправочке и туалет, и магазин, и все дела. Поэтому кто там рассказывал о том, что Лаос дикий, нифига. Лаос цивилизованный. Что я в Кайсоне наконец-то приземлился. Полтора часа я кружил по Кайсону. У меня была экскурсия, я искал гестхаус. А самое дешевое, что я мог найти, это 60 тысяч кип. Но это без Wi-Fi, без воды. Хотя даже было за 30. Где-то я там нашел за 30, но там вообще ничего нет. Ни Wi-Fi, ни воды. Я с таким успехом и в палатке за бесплатно могу заночевать. Пришлось вернуться в самое начало, в переулке. Нашел вот такой, кстати, очень новый, свеженький. Вначале он зарядил 200, потом 150. Я сказал, ну, я видел за 60. Короче, он согласился за 70, но сказал, что без кондиционера, только вентилятор. Вот такие дела. Ладно, буду мыться, ужинать. На связи. Ну вот он, ват, фу. Такой типа. Типа вход. Колонны. Ё-моё, все время забываю, дети же будут смотреть.